Доброе утро всем, дамы и господа, еще раз драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Сергей Демидов, Виктор Бромян в вашей компании. Ну и сквозь московские пробки все-таки успешно, все-таки он до нас добрался. Рома Жиган, рэп-исполнитель, автор, а теперь еще и режиссер документального фильма. Ром, доброе утро. Нет, брат, это не документальный фильм, это байопик о хип-хопе. Байопик о хип-хопе, ну там смесь же жанров получается, там, да? Смотри, у нас... Давай в двух словах всех вначале расскажем, Ром, вообще о чем идет речь. 24 января в кино выходит фильм «Биф», который рассказывает историю возникновения и рассвета русского рэпа. Самый большой проект о русском хип-хопе в общем. Там приняло участие более 130 рэп-артистов в одном фильме. И вот представьте, насколько было сложно 130 рэперов вместить там в час 30. То есть это реально, это какая-то жесть, но попали все. И очень круто получилось, очень динамично, с лайвами. То есть это не документалистика, это полный метр, байопик. Есть вот байопик, снимают там, допустим, о Тупаке, да, там, или о Бигги, там, или там, там о Фредди Меркури недавно сняли, да, «Рапсодия богемская», вот. А это байопик, в общем, о жанре, о культуре, о всех, кто в этом жанре. То есть тут и Баста, тут и Тимати, тут те люди, которые раньше не пересекались, и Рома Жиган, и Фейс, там, из молодых, и Оксимирон, там. То есть, ну, там весь свет русского хип-хопа от самых старых, это такие, как Серж из СТДК, «Лето пролетело, все осталось позади», но мы это знаем, лучшее, конечно, впереди. Мистер Малой, который будет погибать, но не будет погибать молодым. И до самых молодых это там Локи Мин, Маркул, Фейс. То есть там самые старички пересекаются с самыми молодыми. И то есть у каждого свое мнение на то, каким должен быть хип-хоп. И каждый показывает и рассказывает об этом. То есть это очень круто, это очень интересно. Это целый проект, который был посвящен тому, чтобы разобрать жанр. Вот как автомат Калашникова в армии разбирают и собирают. Вот у нас то же самое произошло. Зашло с хип-хопом. Мы его разобрали, посмотрели и собрали, и показали то, как мы это все видим. И видим не так предвзято, как многие могут подумать. Мне один человек позвонил и сказал: нафиг ты там этого снял, он же терпила. Я говорю: старик, если он имеет отношение к хип-хопу, и его фейс висел на всех баннерах и постерах и билбордах в свое время, и песню «Пейджер», «Пепси», «МТВ» пела вся страна тогда, он будет в этом фильме, даже если тебе этого не очень хочется. Да, дай целое ждать. 100%. Ты знаешь, я к нему нормально отношусь. Я не призываю решать вопросы так, как он это умеет делать. Я свои вопросы решаю совсем по-другому, иначе. Но он имеет отношение к хип-хопу. Черт побери, он и есть хип-хоп. Он начинал это. Он и... начинал, конечно, Bad B, Bad B Alliance. Да, не одно поколение взрастил своими рифмами, своими треками, и до сих пор где-то играет «Мои слезы, моя печаль» или «Вечеринка». Да, это заставляет такое, да, улыбнуться по-хорошему, по-доброму. Поэтому он будет в фильме, как бы это кому не нравилось. Но при этом я считаю, что нужно об этом говорить не предвзято. Если бы я снимал фильм о тех людях, кому я респектую лично, это был бы фильм из 10-15, максимум 15 человек. Mm-hmm. Из серии, понимаешь, да, жанр такой, такая штука. Дело вкуса, вкусовщина, отношения, все. Но мы не предвзято показали всех и дали высказаться всем. И теперь это правдивая история. Когда я раньше относился к Фейсу так, типа, да черт поганый, я даже с ним на поле на одном не сяду, там делать грязные вещи. Да. И тут реально я с ним знакомлюсь, я узнаю его с другой стороны. Молодой пацан, который я себя постарался поставить на его место, вспомнил себя молодым, широкие штаны, кепки, все. И когда на нас люди так смотрели, рука летела. Да, что это? И сейчас мы на них так смотрим, а они будут смотреть на молодых и говорить: вау, это вообще как? Ром, слушай, вообще фильм называется «Биф», да, и нашим слушателям в двух словах расскажем, что, в принципе, в хип-хоп-культуре биф — это, ну, конфликт, да, вражда между исполнителями. Да, да, и да, наверняка в фильме же есть исполнители, с которыми у тебя тоже... Ты довольно конфликтный человек, давай признаемся. Биф, бывает у тебя биф такое. Это не говядина. Биф — это, да, это конфликт, это рамс между рэперами. То есть были те, кому ты обращался, с кем до этого у тебя были бифы, споры, конфликты, но ты решил, что хоть ты человек, может быть, мне не близкий, но ты должен все равно сняться. Такие исполнители есть в фильме? Есть. И тот же самый «Шок», с которым у меня в 2010-м был конфликт, из-за которого, в принципе, начались съемки этого фильма. Это человек, который, сидя в Германии, ругал моих близких, меня, моих коллег по цеху, сидя в Германии. А потом приехал, начал давать концерты в России.
нагрянули к нему и объяснили, что так не надо делать больше. Ну, то есть, с этого началось все. И когда начали звонить рэперы, которым уже это порядком все поднадоело, и они звонят и говорят: «Бро, красавчик, мы только говорим, а ты поехал и сделал». Окей, я так подумал, взял камеру и поехал снимать фильм. Я думал снять короткометражный фильм, который назывался бы «Биф», где рэперы высказались бы, что думай, о чем ты говоришь в песнях, следи за языком, не надо ругать матерей, потому что мать — это святое. У нас такая ментальность. Как правильно Баста сказал в фильме, если в Ростове кто-то за столом сказал слово «мама», все начинают внимательно его слушать, в каком контексте будет дальше идти разговор о матери. То есть мать — это святое. Многим это непонятно. И молодежь сейчас, поругать маму в интернете, там, в комментариях — это в порядке вещей. И надо показывать и доносить до людей, что этого нельзя делать. То есть люди хотят вот этого дешевого, быстрого хайпа. И то, что потом происходит, это уже последствия. То есть, ну, без этого никак. Кому-то приемлемо, что его маму ругают. Я вот вчера был в Питере, видел Хованского. Ему вообще плевать, что ему скажут. Ну, то есть, ну, из серии, ну и что? Ну, я так не могу, я воспитан по-другому. Я вырос рядом с люберцами. Я всю жизнь общаюсь со старшими ребятами, которые говорили, что за честь и достоинство нужно стоять до конца. И это правильно, я так вырос. Кому-то, кто-то, может быть, со мной не согласен в этом, но я так расту, так живу, так воспитываю своих детей. У меня трое детей, и воспитываются они именно так. И если кто-то позволит себе оскорбить меня, моих детей, мою жену или мою мать, он должен ответить, глядя мне в глаза, должен пояснить за свои слова. Ну, то есть, это тут никакой не тюремщина, ничего. Любой парень, неважно, какой он, откуда он, служил он в армии, или сидел в тюрьме, или занимался спортом, или не занимался им, любой пацан должен отвечать за свои слова и должен спрашивать с обидчика. То есть, я считаю так, уметь постоять за себя и за своих близких — это нормально. Сейчас в нашем толерантном, дебильном, извини за выражение, мировоззрении у многих интернетовских пользователей этого нет. Это пропало. Ну, типа, это стерлось. Хайп. Поставить на аватарку Скруджа Макдака и писать всем гадости. Это нормально сейчас. И это очень плохо. Мне это не нравится. Поэтому я стараюсь от интернета немножко отдаляться и больше проводить время с семьей, больше проводить время, не знаю, там, с друзьями, при личном общении, а не здесь. Я сегодня первый раз в жизни вышел в прямой эфир. В Инстаграме, да. Мы это видели. Да. Ром, скажи, пожалуйста, но при этом все равно давай признаемся, что фильм выходит в кинотеатре. Это довольно рискованный шаг, потому что мы понимаем большое количество и времени, и силы денег было потрачено на этот фильм. У нас, ну, получается, около 8 лет дошла полностью подготовка, да, к этому. Но при этом, скорее всего, в кинотеатры пойдет именно молодежь. Да. И молодежь, у которой зачастую нет возможности проголосовать рублем. Вот нет опасений, что все равно все будут ждать то, что... То есть ребята постарше, которые как раз помнят Децла, пойдут как раз в кино. А вот те, кто помоложе и слушают Фейса, скорее вот будут ждать, когда сольется в интернете. Куда-то, да, где-то и бесплатно платформы. Молодежь очень нормальная и очень яро сейчас ходит в кино, ничего страшного. У нас это вообще не пугает. Если бы нас это пугало, мы бы не занимались бы тем, чем мы сейчас занимаемся. Кстати, Ром, попутный вопрос. Все ребята-исполнители, они снимались бесплатно в этом фильме? Это проект «Чистый респект». Чистый, ну, то есть никто, респект. Никому деньги не платили. Это из прям, исполнителей, это из прям чистый респект. Если бы, ты понимаешь, не хватило бы бабок, если бы всем чтобы пришлось 100 человек заплатить записать, 130, да. Там, если у Васи гонорар сейчас сколько, ну, мы бы, конечно, потратились, очень сильно бы потратились. Тут не было бы респекта, не было бы такого количества артистов. Тут уважение. И кто-то отказывался сниматься в фильме 6 лет, в итоге принял участие в фильме. Это группа «Грот». Они не то что отказывались, они не могли понять, нужно им это или нет. Через 6 лет я их все-таки снял. Элвана мы год не могли снять. Фьюза я просил 3 года принять участие в фильме. И знаешь, как он всегда говорил: старик, ну, мне кажется, это несерьезный проект, мне кажется, вы занимаетесь чем-то несерьезным. И я не очень люблю давать интервью, наверное, не буду. И вот 3 года я к нему постоянно... Потом он увидел количество, да, имена. 3 года я к нему постоянно подходил: Фьюз, ну давай, бро. Я считаю его в пятерке вообще лучших русских рэперов. И я не мог его не снять. Типа из серии, знаешь, если ты кого-то очень сильно уважаешь, ты хочешь затянуть его в свой проект. И в итоге я сел с ним и поговорил. Я говорю: Фьюз, прикинь, ты старый дед, сидит с тобой твой внук и смотрит фильм «Русский хип-хоп». Ему стало интересно, что же было тогда, когда ты занимался тем, чем ты занимался. И смотрит он фильм «Биф» и понимает, что тебя нет, и спрашивает: где деда? Деда, деда, а ты где? А что тебя тут нету? Ты что, лох? И вот после этих слов Фьюз такой задумался, такой:
Мелкий, да, давай. Мелкий негодяй. Давай, давай, брат. Тонкий психолог Рома Загадов. Да, давай, брат, давай. И в итоге мы его сняли, и когда он посмотрел недавно фильм у меня на студии и уехал, я ему в WhatsApp пишу: бро, ну все-таки скажи, как тебе фильм? Он говорит: ты большой молодец, о русском рэпе такого никто не снимал. И для меня это прям как бальзам на душу, прям гора с плеч. Продолжаем движение, продолжаем общение, дамы и господа. Рэп-исполнитель, режиссер, автор сценария фильма «Биф» Рома Жиган у нас в гостях. Рома, еще раз доброе утро. Привет. Слушайте, начали уже в эфире, точнее за эфиром с Ромой говорить о том, что в принципе за последний год, наверное, рэп-исполнителей и песен, в принципе, появилось больше, наверное, чем за предыдущие лет 5, а то и 10, говорит 10, Ром. Скорее всего, вот, 10. И реально все стали обращать внимание на этот жанр, но вот конец 18-го года такой все равно немножко негатив он привнес, потому что началась череда отмен концертов рэп-исполнителей. Я думал, даже... ты скажешь, потому что депутаты начали рэперов в Думу звать. Слушай, но была же встреча, кстати. Про это тоже сейчас поговорим, да. Была встреча, да, была встреча в Думе как раз и по вопросу отмены концертов, и по вопросу там каких-то конкурсов. Вот расскажи, потому что ты присутствовал на этой встрече, но ушел, не дождавшись конца. Да, я там недолго присутствовал, потому что там несли какую-то ересь, чушь этой серии. Знаешь, нам хотели эту цензуру навязать там, и чтобы мы сказали: да, хорошо, да, мы будем петь про то, как все круто, спасибо, мы пойдем. Но при этом, мне кажется, рэп-то всегда был... И лет 15 назад он был еще гораздо более социальным, музыка чем сейчас. Музыка протеста, конечно. Поэтому... А в Штатах, откуда рэп пришел, так это вообще в первую очередь музыка протеста. Ну, даже до сих пор сейчас Несс и Kanye West выпустили новый клип, как негров убивают. То есть они это открыто показывают, это уже звезды там мирового масштаба. Конечно, они конечно, об этом читают, а они об этом не стесняются читать. То есть это свобода слова. И когда один из депутатов потом заявил, что мы делаем рэп-конкурс для рэперов от Госдумы, я... Да, я очень захотел поучаствовать, прям максимально. А что за конкурс, Ром? Конкурс, надо рассказать о своем городе так круто, что все захотели туда приехать. Я написал текст, если хотите, я прочитаю, там мата нет. О городе, давай, это важно уточнить. О своем любимом городе. Вы там засиделись в кабинетах, выходите к нам. У нас такая красота, нам будет что вам показать. Люди здесь счастливые, во всех районах и дворах. Да, это просто сказка, о чем еще мечтать? Я должен рассказать то, что вижу каждый день в районе. Люди вне закона, да и смысла больше нет в законе. Молча взял и ушел, называется нашел. И здесь ищут все, ну а так тут хорошо. Люди жрут водку, бухали всегда. Говорят те, кто бухали всегда. Предел мечтаний выходной, шашлык и макдак. В будни на столе вода, черный хлеб и доширак. Словно стадо в загон, всех на убой. Кто не сдох, сам убьет алкоголь. И кто-то выстоит, ничего, все просто. Вы подняли для непокорных пенсионный возраст. Пока мы все болели за сборную Дзюбу, те, кто раньше и не думал, хотят свалить отсюда. И тут я собрал мозги в кучу и подумал: я обожаю Россию, но ненавижу Думу. Мой брат инвалид детства, он не идет, но сложно быть нормальным тут с пенсией в 2800. Проблем гораздо больше, чем дураки и дороги, но вам все мало. Налоги, 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 налог на безработицу. Вот я безработный и думаю, как прокормить своих безработных. Любимая жена, два сына и лапочка доча. Иногда так тяжело без денег, просто нет мочи. Каждый корчит из себя здесь все, что хочет. А я рэпер без понтов и Гуччи, между прочим. На метро, тру, и в этом треке все нутро. Когда поймаю чуть деньжат, все трачу, филантроп. И мы, походу, не увидим, что же будет после. Пока не поздно, депутат, вводи налог на воздух. И мы оплатим все, ведь каждый из нас осел. Под страхом ИВС мы денежку вам принесем. Новые тарифы ЖКХ уже всех достали, и мы устали, но молчим, как будто лидер Сталин. Кстати, платные парковки дороже стали, а платные дороги как сосут, так и сосали кэш. И вы медицину хотите сделать платной, она и так хромала, и нет пути обратно. По их вине не стала мама, и страдает брат мой. Спасибо вам за клятву Гиппократа. Спасибо МВД за тех, кто под арестом. Спасибо депутатам за интерес к нам. Спасибо всем за внимание. Здесь все по сути. И спасибо за респект Путину. А, кстати, напомню, да, что Рома, да, битву за респект третью выиграл же, да, Рома, да. Жиган и получал респект лично респект от Владимира Владимировича. Путина, да. Слушай, но я думаю, вряд ли бы ты выиграл конкурс. Сомневаюсь, с таким, Рома, с таким, да, текстом. Мне кажется... Знаешь, я когда на битве за респект, я читал песню похлеще этой, которая называется «Я невиновен». И она про то, как малолеток сажают там за грамм амфетамина или там за украденный телефон на 4 года, и они возвращаются с тюрем не как с институтов, они возвращаются другими людьми. И
я сам 18 лет сел первый раз за украденный телефон и за угон там недорогого автомобиля. Я освободился, я с мыслью, как украсть так, чтобы больше не посадили. Поэтому наши дураки, которые решают, кого сажать, а кого нет, им бы задуматься, детей не сажайте. 18 лет, на моих глазах пацана закрыли, он заехал, через 2 года там он проиграл в карты, и представьте, просто представьте, что с ним стало. История была, да, история была, далее. Поэтому давайте о плохом не будем, просто к тому, это все-таки обращение, спасибо МВД за тех, кто под арестом, спасибо депутатам за интерес к нам. То есть тут все понятно, да, и я это говорю от чистого сердца и от души, потому что меня это беспокоит. Рэп-музыка протеста, она была, она такой остается. И неважно, плевать, нравится это кому-то или нет, мы будем это делать. Я в Госдуме на круглом столе сказал так: вы хотите запретить рэп-концерты? Хорошо, мы будем выходить на улицы и давать рэп-концерты на Манежной площади. Где угодно, где захотим. Как это было с Хаски, кстати, после чего его как раз и закрыли. Да не смогут они этого запретить. Не смогут они этого запретить. Да пусть попробуют это запретить. Да не смогут они это запретить. Ну что, запретят они рэп-концерты, и что? Люди будут уходить и на улицы давать эти рэп-концерты. А фанаты рэпа будут собирать бабки и стримить будем. Будем в стриме проводить рэп-концерты. Да ничего, ну, хорошего, так, вот запретами не решалось. 100%, 100%, конечно. Но есть рок-н-ролл, который был под запретом, и что, стала музыка культовой. Виктор Цой, я большой фанат Виктора Цоя, там с детства я его слушаю, я прям такой киноман в душе, и собирал что, Лужники 2 раза подряд, то есть, ну, это самый культовый, на мой взгляд, вообще рок-артист, он тоже был под запретом, кино были под запретом, ну, то есть, ну, что, к чему приведет, правильно у нас в фильме сказал Фейс, он говорит, цензура, это, конечно, с одной стороны плохо, но с другой стороны это может... добавить хайпа и сделать, наоборот, более популярным, да, человека, взрастить нового Цоя, нового Высоцкого, то есть новых звезд таких, которые оставят жирный след в истории музыки. Друзья, настало время прощаться. Еще раз напомню, что 24 января выходит, как мы выяснили, не просто документальный фильм, а настоящий байопик о русском рэпе. Биф, у нас в гостях был его создатель. Я в двух словах еще хотел сказать всем спасибо за то, что слушали этот эфир. Приходите все 24-го в кинотеатры, поднимем задницы и посмотрим фильм в кино. Хватит смотреть фильмы в интернете. Это нужно увидеть в кино, потому что это Dolby Surround, потому что это суперзвук, потому что это крутые лайвы. Это очень крутое кино. Всем мир. Все. Спасибо, Ром. Пока. До встречи.